Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Только что наша съемочная группа вернулась из экотехнопарка. Я думаю, вы уже ознакомились с фотоотчетом. Сегодня же мы предлагаем вашему вниманию более подробный видеорепортаж о том, что же происходит сейчас в экотехнопарке SkyWay. Из-за резкого повышения температуры состояние строительной площадки в данный момент, мягко говоря, нестандартное. Подтопление территории существенно влияет на темпы строительства, поэтому сотрудниками SkyWay было принято решение о водопонижении при помощи насоса. Действительно, условия проведения работ как будто служат иллюстрацией к песне о тревожной молодости. И снег, и ветер. От тебя можем добавить и непролазная грязь с наступлением оттепели. Во время посещения испытательного центра SkyWay мы стали свидетелями работ по строповке стоек промежуточных опор перед их монтажом в фундаменты стаканного типа. В этот день также проводилась геодезическая разбивка местности и осуществлялся контроль за точностью монтажа, а также обратная засыпка котлованов промежуточных опор. Наши партнеры уже прекрасно знают, что каждый элемент экотехнопарка SkyWay является уникальным, поэтому абсолютно логично такое пристальное внимание, которое уделяется качеству проведения строительных работ, поскольку оно должно соответствовать высочайшим стандартам инновационной транспортной технологии SkyWay. Это становится особенно актуальным в связи со сложными погодными условиями, в которых вынуждены трудиться наши подрядчики, чтобы выдержать согласованные сроки строительства. Поэтому в этот же день в рамках авторского надзора экотехнопарк SkyWay посетили сотрудники конструкторского бюро железобетонных изделий, подразделения, ответственного за проектно-конструкторскую работу, его начальник Ярослав Валерьевич Макасевич и ведущий инженер-конструктор Павел Николаевич Владыка. Целью визита стал, в частности, контроль качества бетона плиты перекрытия над первым этажом транспортно-логистического узла SkyWay, совмещенного с анкерной опорой. Проверке подверглось качество армирования, его состояние, диаметр и шаг хомутов. Поскольку в настоящее время установлены уже почти все промежуточные опоры, то на них производился контроль качества сварных швов, крепления перемычек и стоек. Не осталось без внимания и металлическая промежуточная опора, и сотрудники конструкторского бюро железобетонных изделий осуществили также приемочный контроль ее составных частей. Подписывайтесь.
Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на сайте компании по адресу rasvedofisystems.com. Присоединяйтесь к нашему проекту, и чем раньше вы это сделаете, тем скорее в нашей жизни станет меньше грязи. Мы будем с высоты птичьего полета взирать на нее сверху вниз, проносясь над распутицей по небесным дорогам. Строй Skyway, спасай планету!